For us it was very difficult because we lose 2-1 home and it was not so good result. Для нас это была тяжелая игра, потому что первый матч мы проиграли 2-1 домашний. И результат первого матча для нас был неприемлемым. Today we have heart, we fight for winning and we wanted to score first half 2 goals. It happened. Сегодняшняя игра также нам далась тяжело. Задача стояла забить в первом тайме 2 гола, и нам это удалось. But we wanted to play also second time like first time, but opponent scored very quickly goal and was very difficult for us now. Второй тайм мы бы хотели провести так же хорошо, как и первый, но оппонент забил ранний гол, и это для нас стало неприятным сюрпризом. But everybody saw we have heart and we won this game. Was very very nice game for supporters, I think, because both team have a lot of chances. Но нам в итоге удалось победить. Это была тяжелая игра, и в принципе это игра была интересна зрителям, я думаю, потому что у обеих команд были шансы забить. And I am happy because it will be a very bad start of mine here, and I dream about we go we win today and happen because I tell players fighting more than home. Я также рад, потому что начало сезона для меня не получилось, и я очень хотел победить, и я просил ребят сражаться, чтобы мы достигли приемлемого результата. Душан, мы рады вас приветствовать. Витебске у вас довольно усталый вид. Скажите, пожалуйста, насколько тяжело вам далась сама игра психологически, и что вы думаете о команде соперника? I will be speaking English. I know some Russian words, but not a lot of it. It's better for me. Я буду говорить по-английски, потому что это лучше для меня, тяжелее. По-русски еще так все сказать. I could tell only this. First game, I was surprised how Vitebsk has good team. I saw some friendly games, but they play not so like against us. Я могу сказать, что в первой игре, после первой игры, я удивился, насколько хорошая команда у Витебска, потому что я до этого видел только товарищеские матчи, которые играл Витебск. И я хочу сказать, что против нас они играли совершенно другой футбол. And they have good players, speedy, technical. They play very quickly for forward and I think very good team. Very good. I was surprised. I think everybody tell me Vitebsk is nothing, like we win, and it was very difficult first game. Также хочу сказать, что у Витебска хорошо обученные скоростные футболисты, обладающие хорошей техникой. Опять же повторюсь, что я был удивлен, потому что ходили такие разговоры, что Витебск удобный для нас соперник, но я хочу сказать, что обе игры показали, что это не так, и After I saw some history about Vitebsk and Dynamo, and Vitebsk win a lot of times against Dynamo. Также я посмотрел статистику личных встреч Витебска и Динамо, и я увидел, что Витебск довольно часто выигрывал Динамо.